раз с бойцами там не так. Чего, всех все? Может, еще успеет вылечиться, не буду сейчас пока материал тратить. Hey, commander. Нам бы эти материалы на что-нибудь другое потратить. Улучшить можно. Давайте улучшим. Что нам это даст? Что-то прочитала. Наверное, питание дополнительное, да, для отсеков. Чтобы нам сэкономить пространство на корабле. Поступила жалоба, что кормовой лифт вчера начал барахлить. Вербовка, ну ладно, кого-нибудь завербуем. Нам нужен мужчина. Две девушки. Я даже не знаю, кто их нанимал. Я разве? Это, по-моему, автоматом. Если есть материал, может, нам автоматом. В принципе, все по 40 материалов стоят. Я их всех переделаю, так без разницы, у кого какое лицо. Я в любой момент могу это сделать. Шеф, нам удалось достичь определенных успехов, и участники сопротивления из региона Восточного побережья США прислали отчеты об активности врага, которые могут нас заинтересовать. Avenger plotting new course. Это у нас что? Да, мне надо установить контакт уже. Осталось у нас 3 клетки. Установили с ними контакты. Что такое? Хоть бы кого посерьезнее показали. В регионе Западной Европы есть люди, которые готовы помогать XCOM. В меру возможности. Так, новый доход 50 материала. Влияние сопротивления растет, шеф. Установив контакт с повстанцами в регионе Западной Европы, мы получили способ связаться с ячейкой сопротивления в регионе Восточной Европы. Окей. Установив контакт с повстанцем в регионе Западной Европы. Ну, мы установили, что? Commander, as of right now, we don't have enough intel to get a solid bearing on the local resistance forces in that area. Ретрансляторы, да, надо строить? По-моему, нам говорили. Я сейчас не могу вообще ничем заниматься. У меня потому что... Ретрансляторы надо построить.
буру сейчас мы как раз делаем. Завершить задание в секретном объекте Адвента. Мексика – самая аномальная зона для пришельцев. Доступна покупка обновлений для тактических действий отряда. Доступна новая служебная ячейка, осуществляет подготовку новобранцев в качестве отдельного класса. Подготовка новобранцев. Их можно еще прокачивать быстрее, новеньких. Фига себе, сколько это все стоит. Just give the word and I'll get started, Commander. Нифига себе, 30 дней. Not think I could have predicted this outcome. Though it is intriguing. The aliens make a strong statement. Безусловно, использование пришельцами этих массивных чудовищ впервые в рядах своей армии. Сильный и расчетливый ход. Вряд ли у кого-то останется желание сопротивляться после встречи с мутоном. С мутоном лицом к лицу. Улучшенный гранатомет. Наш модифицированный гранатомет на основе магнитной технологии способен выстреливать гранаты дальше, чем базовый вариант. А также увеличивает зону поражения любого типа боеприпаса. Плазменная граната. Изучив наиболее продвинутую взрывчатку пришельцев, мы пришли к выводу, что вместо доработки собственных гранат следует полностью изменить их конструкцию. Избавившись от традиционных взрывчатых веществ и заменив их эллериевым детонатором. The turrets we see employed by Advent throughout their various facilities and security checkpoints are automated, much in the same way the alien mechanized units are. A significant amount of time was likely spent developing the optical sensors and targeting them, which I expect Shin will want to thoroughly examine following the disassembly process. Что Шейн будет интересно разобрать и детально ее изучить. I've seen members of the crew quietly glancing at the scar on my neck. На моей шее, если бы мне не пришлось самому доставать свой чип, получилось бы аккуратнее. Hello, Commander. Наш шрам на его шее, то есть не доверяют ему, что может быть шпион. Пришельцы, вполне возможно. Они могут и шпионами прикинуться, почему бы нет? Что у меня сейчас заняты инженеры.
Экспериментальная граната. Инопланетная техника расчищена. Появилось место для строительства нового отсека. Нам нужна станция связи с сопротивлением. Нам нужно построить еще одну станцию. У нас, наверное, уже времени нету. Затаили в засаде среди мирного населения и задействуют безликих в каждой месте в течение месяца. Когда все было так просто. В смысле, свободный инженер? Ученых, а я выбрала материалы, а не ученых. А можно без меня? Можно без меня? Я уже такое задание делала, что-то сейчас не хочу. Я хотела материалы получить, хотела. Еще один ретранслятор построил. Адвен переводит крайне ценные инопланетные технологии в регионе Западной Европы. Если мы поспешим, то можем... Если игнорировать... Нет. А, это... Обязательно. Горящий. Построить улучшение, где можно нанимать дополнительных бойцов. Вот что я хотела. Если мы играем своими, то я высокий поставлю. Расширенный магазин. О, татуировка. О, татуировка на руке.
Может быть, смотрите. Разблокировалась. Почему она такая цветастая? А можно цвет выбрать другой? Цвет татуировки, да. Черный. Как у Monami Frost. Я раньше смотрела эту блогершу. Мне очень нравилась ее семья. Добродушная такая. Ломает все стереотипы у людей. А, я хотела изменить цвет оружия. Камуфляж. Шрамы какие-то могут быть. Okay. В бою-то по-любому есть шрамы, которые не зажили. Эти шрамы на верхней губе оставим достаточно. Я тогда ожог сделал, отпечаток ожог. Ожога на щеке у главного героя в Fallout 4. У меня тогда компьютер грелся постоянно. И играть невозможно было спокойно. Сейчас другую видеокарту поставил из-за этого. Мы хотя бы можем нормально играть в какие-то игры. О, я могу... О, круто. Я могу броню теперь. О, прикольно так. Пришелец. Прикольно, да? Вообще ништячно мы так переделали. Что у нас там со способностями? Я тебя не прокачала? Ну ладно, не, она прокачанная. Или нет? Как это? На третьего она у нас сержант. Подождите, ассасин у нас лейтенант. Тоже хочу над ним поколдовать. Давно я ничего не делала с ним. Сейчас ему татуировку на все лицо сделаем. А, кстати, его тоже на руке можно сделать. Татушечку. У него как раз тоже правая. Причем тут борода? Почему у него борода шевелится? Когда я хочу сделать татуировку. Подождите, а почему? А, по цвет тела, потому что... Не видно. Посмотреть.
почему татуировку-то не видно, нифига. На нем что, татуировку не видно? Может, не та рука? А, ну да. Типа того. Шень? Ты поклонник Шень, что ли? Надо же ему камуфляжную раскраску сделать. Ой. Вообще-то я хотела броню. Да ты опасный. Он отживает последние года. Поэтому он еще более отчаянный, чем все остальные. Так. Ну, просто такой макияж. Тут ваш камуфляж. Так. Камуфляж. Да, ты как сольешься с местностью и все. Да? Он должен быть мрачным. Он на стиле у нас. Это его образ. Да почему у тебя испанский? Испанский? А я уже думала, тебя французский выбрала. J'y cours, c'est tout bon. Allez, allez, allez. Что-то я не помню. Я же выбирала тебе другой язык. Думаю, что-то вроде не похоже на французский. Allí voy. Eso haré. Bien. Te beso yo. Что нам тут осталось? Devol. Okay, verstanden. Он на всех языках разговаривает. Он же ассасин.
Los! Alles klar! Affirmative! C'est parti! Reçu 5 sur 5! Reçu 5 sur 5! Не-не-не. Queda claro! Affirmativo! Allí voy! Affirmativo! Не помню. Чуть не хочу я уже тебе. Я ужасную рассыпку. Что у нас там с оснащением такое? Газовая граната. О, адский узор. Некоторые вероятности может поджечь их и вывести из строя. Это тот, кто с близкого расстояния нужно устанавливать. Лечись. За близкого расстояния. Тебя, что ли? Это тот, кто с тесаком бегает. Нужно устанавливать. Ботанский. Я просто так угарнула сделала. У него была, по-моему, эта шляпа, ему очки добавила. Не хотела ничего менять. Он что-то неприкольный какой-то. Первые две перезарядки не расходуют действия. Ботанские ботанты. Ботанские ботанинок. У тебя можно даже татуировки сделать, смотрите-ка. Они у нее разблокированы. Вот это страшно. Шугар, только ты можешь тебе изменить вот эту милую шляпку. Без этого. Это вообще тема. Сейчас покажу. Блин. Я не могу. О, боже мой. Какой кошмар.
это страшно. Похож на главного героя из фильма «Мумия». Чё-то меня прят. А здесь он похож на Робина Уильямса. Да? Чё, длины закончились? Всё? Шипы какие-то из банданы вылазят, блин. Оставить тебя таким, что ли, страшным, как ты был. Он прям реально подготавливается. Он такой страшный, я его уже боюсь. Ой, блин, я не могу на него смотреть, мне кошмары снится будут. Это случайно розовое диско. Адская смесь просто. Ну прям black metal, но я хотела ему штаны сменить, ну чё-то вообще. О, прям под это. Под цвет лица, да? Такой металл. Брони нельзя пока, да? Не, стой, я уже выбрала оружие. Что хотел сделать-то? Он такой злой, то что я его раскрасила. Он очень недовольный, по-моему. Мне еще такая идея не нравится. Ну что, гарнит красный? Черный что-то меня не прикольнуло. Такой злой. Ха-ха-ха-ха.
Black Metal рулит. Считаю, это я его называла. Рядовой пчеловод. А слушай, у тебя можно погоняло изменить? Ну нет. Ну, жак. Ну ладно. Ой. Ты из няшки превратился в сурового мужика. Кто ж знал, что ты так будешь хорошо стрелять? У нас что, там еще один, что ли, остался? Жалко будет, если помрешь. Подождите, а почему ты вообще здесь? Че ты вообще тут? Новобранец. Что-то мы сами уже все попробовали. Все, расходимся, летчик-истребитель. Блин, ну они выделяются, конечно, эти маски. Что-то они такие жесткачные. Что-то неприкольное. Руки. Раз какие маски отстойные. Блондинчик замутим. Нравятся мне блондинчики. Где мой любимый британский акцент? Отлично. Да ты у нас без рукавов. Так, перчатки, левая рука. Это фигня какая-то. Не нравятся мне вот эти вот кожаные ремни. Как у Рейдера, блин, с Макса Безумного, который... Ой,
Вообще отлично. Что ж там? Вообще замечательно, по-моему. Слушай, а чего у тебя все текстуры порезались? Ты человек-невидимка? Точно непробиваемые. Цвет брони. Надо какой-то камуфляжный. Все, у меня даже на женской аудитории подтянуться. То все, женские персонажи у нас раздетые в играх. Непорядок. Что там улучшено-то? Вот у нас женский канал. То, что нужно. Голыми мужиками играть будем. Расширенный магазин. Так. Какое у нас оснащение? Ты у меня не помирай, дорогой мой. Тебе умирать нельзя. Ты слишком красивый. У нас для красоты на поле боя. Так. А ты вот как раз на ближней дистанции, может, нас будешь. Если к тебе кто сунется, да? Если кто нападет на моего Давида. Я сейчас его назову по-другому. Все. Наконец-то мы с вами справились.